77 победителей – молодые ученые, разработки которых улучшат жизнь в самых разных сферах. Олег Самохвалов в своей научной работе совершенствует производство строительных материалов. В обычной жизни, то есть расширение, так сказать, домостроения, то есть более доступное жилье, энергоэффективное, то есть людям будет теплее, меньше слоя утепления, то есть там вместо всякого там полистирола, который там ядовитый, там сгорание, экологически чистый керамзит. Дарья Тугарева уже четвертый год работает над созданием универсальных сорбентов в химической промышленности. Эта проблема очень актуальная в области фармацевтики, нефтехимии, нефтепереработки, пищевой промышленности, ну и также в других областях. Победители областного конкурса «Молодой ученый» получают дипломы и гранты от губернатора и Министерства образования. Денежные премии и внимание специалистов – хорошее подспорье и стимул работать дальше. Почивать на лаврах некогда. Студентов уже ждут в аспирантуре, аспирантов и кандидатов наук в научных школах. Проекты молодых ученых помогают в решении двух главных проблем современности, отмечают в Министерстве образования. Это повышение производительности труда, это новые современные технологии в производстве. То, что касается гуманитарной стороны, то это, безусловно, улучшение качества жизни, социальные проблемы, социальные вопросы и пути, и способы, механизмы их решения. Большая часть проектов технические, гораздо меньше работ для социальной сферы. В будущем их должно стать больше, надеются организаторы. Конкурс работ молодых ученых проводится в Самарской области с 2008 года. Тысячи проектов-победителей теперь приносят пользу на ведущих предприятиях, в том числе в авиационной отрасли и ракетостроении. Олеся Корецкая, Станислав Левин. События.